Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии в Sid Meier's Civilization 5, в которой я играю за Швецию. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо легко находится в описании к видео. Всегда интереснее смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного просмотра. Хотите попробовать? Давайте уж, пока еще хреново не стало. То черт его знает, может, с тобой вылетит опять и Чип, и Зидан. Что потом делать? Куда вы по науке все так гоните, я не пойму. Серьезно, Кельт? Переворот в Малаке сделал. Да, у меня счастья нет вообще. А там сидит шпион на три улички, чего бы и нет. Ну ладно. Давай, если ты больше нигде не будешь перевороты делать, я не буду ее обратно перекупать. Да нет, не буду. Пожалуйста, пусть тебе счастье будет. Ты сам сказал, у тебя 35 да, счастья. Так у меня счастье немеренное, в том-то и дело. Я готов тебе этот ГГшку уступить. Чтобы не было еще и боязни, что я, мол, дипломатически тут пытаюсь победить. Окей, больше я не буду. Не ради того, чтобы у тебя отбивать, а чтобы счастье было. Я вам даже терракотку ради нее строю. Это кто там терракотку ради кого строит? Кельт, ради Малаки. Ну, Вашингтон все равно боятся ничего. Терракотки, да? Не, ну мне эта терракотка даст одного пикинера. Так что опасайтесь. Нет, зачем ты везде порты строишь? Блин, житель не двигается ни хрена. А их ход прошел, жители так и не подвинул.
как-то печально, когда у тебя со школами 322 науки. Это у кого так мало науки? У Кельта. Это со школами, да? Да. Ну вот смотрите, я выбрал пятилетний план, поставил все города сейчас на производство, и все равно я немца не догоняю. Причем я даже не второй, кстати, я только третий. Так что надо обрезать ему этот процент. В любом случае, он им воспользуется только в путь. Свет, а ты ГЭС уже построил? Немец, но ты не хочешь купить мои голоса? Но у меня золота нет. Кстати, я вспомнил, вы помните, что у перса, кстати, пушки были? Индонезийцы, ты там на всякий случай... Ну, я тебе напомню, что у перса как минимум 6 пушек было, которые он Ереван брал. А там до Арты-то недалеко. И дорога, кстати, строится к индонезийцу. И дорога к индонезийцу пошел. Строится? Перс строит дорогу. Ну, в общем... Я просто напомню, просто это мы играли вчера, может, кто забыл об этом. Так-то он их строил, конечно, брать Ереван, но они стоят и как бы просят кушать. В принципе, надо бы их использовать на что-то еще. А там вообще как-то на отшиве. Я с индонезийцем. Ну так они там между собой. Да. Мы тут как-то близко вчетвером, а не там где-то. Мне кажется, им там по-любому как раз надо друг друга захватывать кому-то, кого-то. Да, наверное, раньше надо было захватывать, сейчас уже пока не будут захватывать, кто-то улетит.
А в первых случаях вместо Раша Петры на три холма мог он там без смерти наклепать, с колясками. Ты там видел проход какой? Не, да, бессмертными и колясками там без вариантов. Да, не вижу. Я вижу их место, не вижу тут близко. Тут... Ах ты жопошник, убил таки моего. Это ты с кем разговариваешь? Это я американцу говорю. Вроде не самый первый по науке посадил к нему, нет. У себя сидит. Но он убил моего, видимо, уже прокачался. То есть у американцев в Вашингтоне явно на три лычки сидит шпион. Так что, валите отсюда. А что ты у себя-то? Ты вроде не первый по науке держишь. Я не первый? Так сейчас у всех по два шпиона уже. Ого, что с немцем случилось? Он по нижней ветке пошел? Он сильно оторвался за пару... буквально недавно. Мы ну, вот... может, прожег шпиона? Ой, шпиона. Хода три назад? Так я тоже одного прожег. Ну, ход назад, если я не ошибаюсь, у шведа 57 было. В динамит он не вышел 56. Точно. Неужели он Кремль будет... Блин, может мне где-нибудь... А зачем вообще немцу идти в Анатолк? Он хочет на себе. Ну, есть у меня одно предположение, зачем ему идти. Нет, ну на тебя там в две клетки. Нет, подумай еще. А дальше я не вижу. Это что-то в районе идеологии, подумай. А, типа хочет Кремль, думаешь? Да. А куда ему спешить, он его и так возьмет. Почему? Я тоже в порядке. Хорошо, что я в автократии. У вас там, смотрю, борьба и за статуи, и за Кремль. Немножко сделал. Надо было. Ставить на железную дорогу. Хотя, наверное, не открыл бы все равно. Немножко не хватает науки.
Слушай, Америкос, а тебе Ванкувер сильно нужен? Чет. Меняю на алюминий. Ну тебе один алюминий нужен, чтобы построить типа ГЭС или что? Ну для начала да. Ну и вообще алюминий полезная такая штука. А зачем тебе Ванкувер? Чтоб еда была. Ну просто у тебя там все равно смотрю влияние мало, у нас только перестанет быть на Союзе. Ну перекупай, если. Папа, я его перекупаю, ты не будешь его трогать, я тебе алюминий за это дам. Скоришь себе что-то. Тебе сколько нужно? Именно один же, я смотрю, для один могут быть. Ну да. Че, Перс, все настолько серьезно, а ты даже решил Оксфордом прожигаться? Вот обязательно надо было говорить, да? А зачем у кого-то у Перса, что он сидит? Я вот тоже не понимаю, зачем у Критчера у меня шпион сидит? Ну я вроде не морской. У меня не сидит. Он у тебя хочет артиллерию, наверное, ставить. А, понятно. Немец, так что за форты тут у Синая? Ну, строить нечего. Я всегда строю форты. У меня и со шведом дофига форту. Да, понятное дело. И у меня еще шпион сидит. Угу. И форты строят еще. А у меня шпион у тебя не сидит. С чего ты это вообще взял, я не знаю. Чего ты тогда, как ты так увидел, что у меня он строится? Это не я сказал, что Оксфорд строится. А кто сказал? Так ты подумай, кто. Индонезиец ты так же и сказал, не? Не знаю. Так чё, Перс, ты собрался упороться? Ну, почему вы на арте не попробуете? Почему думаешь, он будет упороться? У меня что-то сомнение, например, что ты... Если ты индонезиец, говорит, то я думаю, у меня сомнение, что ты успел куда-то туда выйти. Почему бы ему не попробовать? Так он правильно говорит, Лёша, смотри у меня по науке, где я везде отстал, как бы, и у меня смысла нету сейчас гоняться за лидерами. За развитием, да. Да. А взятие городов возвращает Перса в игру. Да не, уже как-то поздновато на 147-м ходу, что-то там на арте пытаться. Там люди уже лабы скоро строить начнут. Ну люди, это вы там, а мы-то тут нифига.
Не, я к ним не отношусь, это я. Ты да просто не, можешь взять автократию и догонять спокойно по техам воровством, так, если что. Так он делает. Он, пока мы тут будем между собой выяснять, его никто не будет трогать. Он за это время разовьет эти города. Вот именно, вот именно. Я не понимаю вообще этого мува. Если у него получится. Не получится тогда? Нет, так это надо успеть еще развить до того, как кто-то улетит. На Стугенус на каком-то ходу уже кто-то может улететь. Они улетят. Сейчас почему? Но вы друг другу как будто мешать не будете, да? Так говорит, как будто кто-то даст спокойно кому-то улететь. Ну, ты, конечно. Ну, я точно не дам, я автократ, а вот они могут спокойно сидеть, соревноваться, кто улетит. Просто как бы когда один лидер, да, ему все мешают улететь, а если их будет несколько, и чё? Может, я таки выиграл. О, перс, друг мой. А нет, слушайте, Причер и не шел, кстати, в Кремль. Он шел. Он идет в лабы. Так что зря вы там на Причера наговаривали, что он по нижней, типа, вперед вышел. Он вот не по нижней. Зря вы вообще на меня наговариваете, потому что и по промке я не особо лидирую. Тут постоянно то кельт, то американец показывается. Швед, так не знаю, я постоянно запрет, открываю демографию. Я постоянно открываю демографию, ты первый. Я не знаю, ну сделай что-нибудь. Прошлым ходом кельт был первый. А еще несколько ходов какой назад кельт? Американец. Ты что-то перепутал, кельт там не был и близко. Кельт там был. Был, 100% был, я видел. Я, кстати, ГС построил мне столько промки дало, наверное, около 30, а то и больше. Наверное, даже около 40, тут смотрю. Ну, плюс к тому же у немца нету золота, так что вряд ли я смогу как-то сильно, ну, сильно реализовать свою промку в военном плане. Ну, ты можешь по-другому ее реализовать. Ну, ты постоянно первый, блин, ну, я не знаю, о чем мы вообще я говорим. Я не постоянно первый, там показываются люди. Да, это значит, что они отстают буквально на 10 единиц. Но на третьей у меня 257. При этом, да, давайте немцы что-то запретить. Ну да. А почему не запретить одному из лидеров что-то? Ну, блин. Не, ну немец, я тоже пойми, думаю, это так точно делать. Не потому, что даже ты лидер, в принципе, ну, одному игроку хуже, типа, всем от этого лучше хочу. Ты знал, но ну, хорошо, согласен. Но почему немцу? Давайте кельту или американцу. Нет, так было бы все запретили бы. Нет, так было бы все запретили. Так, ну что, за кого хостом выбирать? Ну давайте перса, у него меньше всего. Отлично будет, он настоящий там. Перса? Что-то я против перса, парни. Он какой-то агрессивный автократ. Не, ну выбирают кого? У кого меньше всего голосов? Ну давайте индонезийца тогда, кто там еще. Давайте индонезийцы. Ну, явно не кого-то из лидеров. Я за Индонезию голосую. Слушай, Кельт, я обещал тебе Малаку не перекупать, но я не могу ничего сделать, если я там параллельно какие-то квесты случайно буду выполнять.
имею в виду. Ну, то есть я не буду специально это пытаться сделать, но если вдруг Малака опять станет моей, знай, что это... Я чисто квесты какие-то выполняю. Так что, за Индонезию голосуем? Что, все остальные страны? Я проголосовал за Индонезию. Я думаю, индонезиец хочет этим отбиться. Иностранным легионом. Но успеет ли он в него выйти? Просто если индонезийца ненадолго тут хватит. Немец, так а что ты свободу не взял? Ну, у меня невысокие города. И золото. Что значит невысокие? Ты первый по населению. Ну вот, в понимании Притчера у него невысокие. Ну, 9 жителей 15. 19 это еще высокие. И столица 27. А где у тебя 9 жителей? Или это просто не нашел я этот город? Дипломатия, посмотри. Это правее Кельта, левее Кельта, у него тут стоит. Аж 2 сюда поставили, ужас. У меня на Ригу было 170 влияния, и все равно шведы его перекупил. Да, мне пришлось туда двух великих людей отправить. Как ты думаешь, ну, швед играет чисто против меня, я не знаю почему. Почему против тебя? Рига единственный город, который дают еду. Посмотри, как у меня выросли города хреново. У меня нету еды, чтобы их откармливать. ГГ... Единственная ГГшка с едой — это Рига. Все, на карте нету других ГГшек. Чисто против тебя играю. Там всего лишь 3 яблока. Это, ну, не особо сильно... Всем городам. Всем городам. Всем. Нет, всем городам там одно яблоко. А столице 3. Слушай, ну мне нужна еда. Это единственная ГГшка с едой. Хочешь, вон, не знаю, Малаку перекупи, пожалуйста. Ифи можешь перекупить, без проблем. Почему вот... Тебя не смущает, что у меня Ифи не нужно, например, нет? Посмотри, какие ГГшки, блин, на карте. Одни религиозные и эти, на счастье. Ну, я против тебя играю. Ну, вон, перс захватил культурный. Почему ты не играешь против него? Как? Расскажи, как? Ну, не знаю, напади на него, забани ему люксы. Блин, напасть я на него никак не могу. Забанить люксы, ну, можно. Могу забанить люксы, окей. Только я не знаю, почему мне надо банить люксы персу, если на первом месте по производству ты. Швед, да? Что я, да, ну, конечно, я. Ну, я могу тебе забанить, либо американцу. Вот это более... Я предлагаю, чтобы все Швед, было честно, не банить. Войны ресурсы свои можно? Это почему? А что в этом нечестного? Все остальные не получают... Нет, подожди, все остальные не получают бонус от производства, а ты получаешь. По-моему, вот это нечестно как раз. Ты так не считаешь? Нет, я так не считаю. Если все, ну не все, если несколько человек идут одинаково по производству, то как бы играть на то, чтобы уменьшить кому-то производство из этих людей, это нечестно. Я не вижу, чтобы я одинаково с тобой шел по производству. Ты извини, конечно. Ну, американец и кельт идут одинаково со мной по производству. Не успеваю. Да я пятый, что ты мне рассказываешь? Несколько ходов ранее видел, как ты был первым. Надо было скриншот сделать. Окей, сейчас я открываю демократ, я пишу видео. Если интересно, зайдешь, посмотришь, я пятый. Я не понимаю, что ты там видишь.
265 у тебя было, по-моему. Я проголосовал за эмбарго городов-государств. Слушай, американец, а ты случаем на кельты не собираешься нападать? Пока нет, меня только твоя арта смущает. А то, что у тебя больше всех армии? Фига, по армии американец вышел, ха-ха, ничего себе. Я увидел арту у себя под границами и взял регион. Так, а не перекос. Блин, как вот играть, когда тут по 5, по 10 секунд нажимается? Ну, сбрасывайте таймер, сбрасывайте, если вы там не хватает. Лена, тебе есть что мне предложить? Ну, а что ты хочешь, что я могу дать для тебя? Научный договор можем заключить. А у нас уже так есть. Америкос, ты со мной повоевать хочешь, да, я так понимаю? Понятно. И двигает ко мне. Ты не собираешься воевать? О, пинги хорошие. Хорошие, а все равно секунд. Секунды-то ни хрена не идут. Нажимаешь и ни хрена не нажимается. Так, кто-нибудь серебро может продать? У кого серебро вообще? У меня. У Америки. Ну, что хочешь за серебро? Красители, медь, вино. Красители есть и вино есть. Давай вино. Кинул.
Берешь ты Америку за человек, кто такой нехороший. Заставляешь автократа армию строить. Да меня Леша напугал, я тебе говорю. Да, и поэтому ты двигаешь свою штурмовую пехоту ко мне, логично. Такой аргументации я еще не слышал. Леша меня напугал, и поэтому моя армия идет к тебе. Ну и сколько сейчас у тебя производства, немец? 260. Ну, прям офигенно упало, прям... Блин, его... Я этого, блин, из Сурабаи двигал уже секунд 15, ни хрена не двигает. Ну, у нас тоже самое. У кого какие... Что за хрень, блин? У кого какие пожелания в Конгрессе, что предложить? Культура чудес. От этих, от природы чудес? Ну, нафиг мне это надо, у меня... Вот, я лучше от улучшений великих людей культуру предложу. Я думаю, это все... Все забудут. Давай. Откуда у тебя столько несчастья, Индонез? Ну, угадай. Меня грабят. Ну, я у тебя всего один люкс пограбил, ну, два. Но они одинаковые все. Так я трейдился ими. А-а-а. У меня же люксов не так много. Я смотрю, вроде люксы есть, а что-то ни хрена. Сбросить вам таймер? Да, я не успеваю еще всем. Блин, мне-то вроде не так даже много. Нифига не получается. Американец, можешь шелк продать немцу? Там один к одному. Да, ну это вообще, конечно, дикие лаги. И ГГшек поблизости нет, а что дань взять, блин.
одна из немногих игр, в которой, когда тебя вынесут, ты просто вздохнешь с облегчением, наконец-то. Эти лаги прекратятся. Лаги тут, да. Подожди, Кельт, ты говоришь, тебя автократы заставили строить армию, но что-то я вижу, что ты последний по армии. Да, я ее еще не построил, не прорабатывал. Он не планирует. Нет, а зачем, если я увижу войска на своей границе, у меня быстро строится, я уже взял второй институт на постройку. Чепа, у меня просьба, подведи войска к границе Кельта, чтобы он тратил производство на армию. У меня она сейчас и стоит. Арбалет подошел. Не, понимаешь, то есть ему провоцировать меня тоже не очень. Он меня заставит построить эту армию, а потом что мне с ней делать? У него же и пойду. Поэтому я не понимаю, зачем он так провоцирует. Нету смысла больше их держать. Я думаю... Ну все просто, я говорю. Я еще не вышел в самолет, я смотрю, такая. Он две арты и уже стоит у меня вот для границ. Ну такой, что делать, а? Легион. Ну вот, немец, а ты зачем Ригу перекупил? Тебе уже торговать же не с кем. Ну, я хочу, чтобы рядом со мной был мой союзник, а не твой. Ясно. Да, да, с шведом вообще опасно воевать. Тут со всех сторон повалят. Перс, Индонез, откатить вам? Не надо. Да, не надо, вроде успел. Нужные юниты уже постреляли. Ненужные стоят такие уже. Как вам там воюется флагами? Ну, превосходно. От 5 до 10 секунд выстрел идет. Ты нажимаешь несколькими юнитами пострелять, а стрелять оказывается некуда. Тот юнит уже 10 секунд как ушел. Стратегия. Ничего себе, я у Индонезии уже даже спит.
Сейчас варварские уланы это тебе покажут. Джакарта взята. Так, кто специями хочет поторговать? О, ни у кого нету специй. А, не я их разграбил же. А, они были у Индонеза? Угу. Ну, короче, перс, как присоединишь, готов с тобой торговать. Да есть они, просто их надо... Ну, обработать. Да. Честно говоря, уже Медан, например, уже мне нафиг не нужен, по идее. Остальные города. Ну, Саботая тебе еще нужна будет, я тебе подскажу. Я тебе, знаешь, тебе и Джакарта не нужна на самом деле. Саботая и алюминий. Саботая и алюминий. А алюминий всегда нужен. Поздравляю, теперь ты отстанешь еще больше. Изи, будешь до конца сражаться? Ну, я еще не до конца насладился этой войной с 10 секундами. Прекращайте. Да, опять вот ничего не успел, ну ладно. Это мы тебе так мягко намекаем, что может ты выйдешь и у нас лаги кончатся вдруг, а вдруг? Ну я скоро выйду, не переживайте. Ну ладно, поразвлекайтесь немножко. Ух ты, Причер. Причер пошел в нефть. Это интересно. А кто говорил, что он в лабы пошел? Ну, потому что он в Modern Era вышел. И кроме как... Он не вышел в железную дорогу, он вышел в Replaceable Parts, по-моему. Ну, в то время, когда он вышел в Modern Era, я проверял, какая теха открыта. Поэтому я как бы и удивляюсь. Так, ну, по крайней мере, Изи Дана вынесут уже. Должно быть чуть полегче. Может быть. А может не быть. Да, у меня сейчас вообще юниты не ходят. И такая же тема. Походил. Да, где он похитил? Да ты гонишь, что ли? Что, в Бостоне? Или в другом городе?
Блин, что у меня союзных ГГшек не осталось. Тут все либо одни союзники, либо другие. Я смотрю, мне какого-нибудь на счастье бы забрать. Деньги есть, да? У кого купить, хрен знает. Что-то я еще, по-моему, две ГГшки не нашел. Это хорошо. Наверное, Ванкувер вы говорили, вот я Ванкувер не вижу. Вот и запомнил же, говорили там когда-то, 20 назад. Одну я знаю, какую ты не нашел. Ну, скажи. Нет, она мой союзник. Куала-Лумпур, что ли? Да. А я был в Куала-Лумпуре. Там клево? Да, ничего так. Везде клево, где не Россия. Ну, зачем ты так уж прям пессимистично? В России тоже есть красивые места. Ну, Москва, кстати, очень неплоха, если в ней не жить. Так, что мне? Ну, вряд ли, хотя... Давайте, наверное, возьмем и посадим к себе. У меня тут в Гамбурге сидит. Да, я вижу, что немцы апнуты прям конкретно юниты в эту пехоту Первой мировой, так что он явно replaceable parts открывал. Там у инженеров смотрю дофига, а дорогие. Даже заводские комплексы стоят, и чудеса инженерии одно за другим. Может, он их за веру покупает? Thank you.
Немец, я тебе еще одно выслал. Еще раз. Я тебе предложение выслал. У меня золота, конечно, мало. Ну, я же за тебя проголосовал. Где? В Конгрессе. Там мне это не особо помогло. Но... Со мной договор заключается, заключается с Америкосом, у него это пагода. А, точно, у американца пагода. Ну, мы просто... Ну, сейчас, ну, давай так. Ну я же за тебя голосовал. Ну и что же ты за него голосовал? Я предложил тогда договор. Не, они тогда со мной принимают. Ну с тобой. Если оплатишь, то ладно. Так, Эрс готов с кем угодно заключить договор. Отлично. О, Эрс, давай с тобой, или у нас уже есть. Есть, да. Жалко. Так что, немец? Может, ты в шутку предлагал, но я же за тебя проголосовал. Чепа, ну, Чепа, ты настырный такой. Так, он предложил договор, я за него проголосовал, а он не принимает. В смысле, я тебе ничего не предлагал? Я спросил, что ты мне можешь предложить, чтобы я за тебя проголосовал. Ты говоришь, что у меня ничего нет. Ну, может, договор на исследование. Ну так, блин, ты ничего не ответил тогда. Я не считаю, что я тебе что-то обязан. Тем более, что эта фигня не прошла. Мне кажется, американец, ты голосовал, потому что у тебя тоже были караваны в города-государства. Да я сейчас спокойно послал Кендонезу к Персу, мне это вообще не проблема. Нельзя Кендонезу кидать. А, не, если он еще не вышел, то можно. Давай, накидывай, пока я тут. Ну, я кидал, понятное дело, до. Накидывай в Сурабаю. Сурабай, вообще где это Сурабай? Батан, вижу, Сурабай это справа, который что-то выше медь. Да, Сурабая... Не, Сурабая слева, почему? У тебя же Сурабая под столом. А, Сурабая, все, вижу. У тебя же Персеполис с ней граничит. Да, да. Насыпай, насыпай в нее. Кельт убил твоего шпиона? Ну нет, у него привычки было, обидно. Я взял с порядка просто двойное убийство шпионов у себя. Так что не рекомендую никому. Завой ты. Потратил политику, не жалко тебе было.
сажай к этому, к свободе. А у меня там, а что у меня там брать? У меня там было все остальное на счастье. Блин, я вроде ну, там плюс 15 на своей территории. А, еще да, я походу отвалился. Будешь заходить? Не буду уже, ладно. Ну, блин, это обидно. Можешь заходить, я не атакую. Да не, пофигу уже. Я там просто фрегатиков поднастроил, хотел на Джакарту идти обратно. Освободительная война. Да, ладно, спасибо за игру, парни. Спасибо ну, за Перс, игру. Ты, конечно, зря на меня пошел, ты только больше теперь останешь. Ты просто вот убил нас двоих. А мне все равно было делать нечего. Отличная мотивация пойти и убить другого игрока. А чего бы нет? Я-то вот собирался догонять как раз, поворовал бы техи. Ты вообще мог в два раза быстрее техи воровать с автократией. В чем проблема, не понимаю. Что-то хреново воруется просто, я смотрю. Так ты просто еще не принял. Что не принял? А, да, точно. Ты принимаешь на воровство и просто воруешь у всех. Я ж на войну все принял. Ну, не зря. У тебя были хорошие города. Ты на 4 городах нормально бы догонял. Ты где там говоришь? В каком городе у тебя там алюминий? Это кто говорит? Это Перс говорит. Это американец городе? Говорил. В Субатае у него алюминий. Сурабая? Сурабая, да. А, понятно. Ну тогда остальные верхние я снесу просто и все. Но все равно сейчас войска не нужны уже. Ладно, давайте, пока, парни. Спасибо за игру, пока. Хотя, может быть, нужно... Ну, по-моему, лаги закончились, нет? Ну да, намного меньше стало. Я же говорю, это вы втроем там конфликтовали. Спасибо тебе, что ты одного из нас вынес. Убит агент Индонезии. Найс. Не, вот реально сейчас не лагает вообще. Так, кому там специи нужны были? Кидай, на что там меняться будешь? Американец, прими сделку, а то я не могу персу кинуть. Ну или отклони. Сори, но хватит тебе уже растить, ученый. Да, все приняли, а ты не хочешь? Я буду жертвой. Буду жертвой. Окей. Может? Ничего личного. Нет, я запомнил. Свет предложил. Ищи дорогу. Ну, в принципе, можно.
Ой, блин. Так его уже кикнет, может, наверное. На следующий ход. Просто тут Монако уже чуть-чуть оставалось, поэтому надо подарить в Монако. Так, и сельфинг, и сектуны. Давайте из бирки на еду в Стокгольм. По идее, должно быть 540-564 максимум культуры. Вот я жду, когда 564 будет. Кто-то заходит? Не знаю. Что за чимай-чимай? Блин. Вы чё? Как это он вообще зашёл-то, я не понимаю. У кого-то через друзья. Ну посмотрите, у кого этот придурок в друзьях. У меня нет такого. Я тоже. Может ещё через группу. Но я уже один раз такое видел. Игра, возможно, не закрыта. Игра точно не закрытая, потому что когда меняется хост, она сбрасывается, вот это закрытие игры. Но это не, она не висит в лобби, нет, она не висит в лобби. Короче, перс, выноси индонеза. Да я и так выношу. Блин, не надо интернета выносить, он тут прикрывает мою промку. О, еще раз синхрон сейчас будет. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.